Добрый день, Ирина. Здравствуйте. Чем могу вам помочь? Скажите, пожалуйста, какой плачет лишь девушка с ранением? Қарындасымыз ғой. Жаңалықтан естіп келіп тұрмыз. Жақсы. Она на третьем этаже, палата пятая. Рахмет. Подождите, врач вас проводит. Спасибо, мы сами. Дайм Бондер, двое пришли к нашей девушке. В смысле, Екиума? Я Екадам. Сказали, типа, ее братья. По новостям увидели. Так, тут что-то не так. В сюжете не было ни фотографии, ни имени потерпевшей. Как же они могли узнать в ней сестру? Что мне делать, шеф? Не торопитесь. Нужно убедиться, что это они. Шею. Козгалмадин! Твою мать, это не она! Козгалмадин! Каримов, перекрыть все выходы! Как вы, шеф? Нормально. Спасибо тебе, Каримов. Да вы чё? Это вам спасибо. Там в холле, думал, мне хана. Искаков как? Где он? Все хорошо. Пулю мы достали. Жить будет. Фух. А я знал, что Санчар ага, настоящий боец. Он просто так не сдастся. К нему можно? Сейчас он отходит от наркоза. Лучше зайдите вечером, как сознание придет. Хорошо, спасибо. Все. Можно? Шеф,
Вот пробили отпечатки пальцев тех самых мужиков из больницы. Оба бандюки со стажем. Вымогательство, рэкет, воровство, все в этом роде. Блин, черт знает что. Я же думал, что девушку похитил маньяк, и он придет за ней. А тут приходят двое бандитов. Понимаешь, что это значит? Да, конечно. Ну, то есть не совсем. Мы изначально рыли не туда. Если девушка никак не связана с маньяком, то нужно искать другие версии. С этим согласен. Так, смотри. Маньяк-одиночка, так? Угу. Ну, значит, он никак не может быть бывшим вором-рецидивистом. Это уже другой психотип. Сейчас говорите, как настоящий психолог. А может, девушка оказалась случайным свидетелем каких-то бандитских разборок? Ну, допустим, гуляла в лесу и увидела, а один из бандитов побежал за ней. Не, свидетель же показал, что у преследователя были длинные волосы. А еще не забывай, что девушка была в плену. Не клеится, да? Не вот. Держака сам тоже. Шумец, я просто там сосед переезжает, попросил помочь. Чирать, Барамир. Все, Рахмет, шеф. Ну, как ты тут? Жить буду, говорят. Все нормально. Ну, это ж хорошо. Правде говоря, думал, больного маньяка встречу, а не профессионалов. Ну да, не ты один. Мы все так думали. Вы их пробили? Да, пробили. Рецидивисты со стажем, прикинь. Как они связаны с девушкой? Пока не ясно. Да, дела. Это что получается? У нас опять ничего? Разберемся мы с этим. А ты поправляйся давай, отдыхай. Я завтра заскочу. Ага, есть. Адилет, подожди. Чуть не забыл, ко мне письмо пришло на электронку. Что за письмо? Из столицы. Говорят, не могли нам дозвониться, письмо прислали. Надо срочно перезвонить. Из столицы? А. С чего вдруг? Насколько я понял, хотят тебе предложить вернуться. Так. А почему прямо сейчас? Они же знают о моей работе здесь. Не знаю. Новые веяния, новый Казахстан, борьба с коррупцией. А ты опытный, честный следак. Такими кадрами не разбрасываются. А так, пес его знает, что они хотят. Да. Действительно странно. А может, просто кто-то не хочет, чтобы я занимался делом по маньяку? Из-за этого позвонили сверху. То что получается, наш маньяк высоко сидит. Или как? Или у него высокие покровители? Но в любом случае, я сейчас на этот перевод не соглашусь. Я же обещал новый Каратубе. А он меня как-то накатит. Ну, тебе решать. Джаред, сен демал, поправляйся. Я пойду пройдусь, подумаю. В бар заскочу. И за меня рюмашку. Так точно, господин полковник. Отдыхай. Есть, шеф. И там у ангара четверо стоят, здоровых таких, а я один. Я понимаю, что все, наверное, не пройду туда. Надо, приказ есть приказ, понимаешь, да? Да, понял. Вижу, значит, в углу стоит банка с кипидара и доски валяются. В общем, беру, поджигаю эти доски, дым повалил, отвлекающий маневр, эти четверо идут посмотреть, что горит. Я в этот момент проникаю внутрь и спасаю заложников. Прикинь? Круто. Вот такой вот. Ну,
ты же мне сейчас не рассказываешь эпизод из какого-то сериала? Честно, вот не была бы такой красивой, я бы разочаровался бы. Считаешь меня красивой? Даже очень. А улыбка твоя прям вот все освещает вокруг. Ой, не смущай меня то. Блин, ё-моё. Что-то не так? Да там начальник мой. Я ему сказал, что поеду помогать другу Перезным. И? Что, если увидит меня с тобой, поймешь, что я ему соврал. А вдруг он что из какого расскажет? Тому вообще нельзя нервничать. Слушай, Жахан, от каждого своего начальника будешь так прятаться, что ли? Короче, оплати за счет. Там есть черный ход, я там буду тебя ждать, хорошо? Рамина, сәлем. Сәлеметсіз бе. Сен мұнда жалғыз жүрсің бе? Нет, я с другом. Но, похоже, он уже ушел. Работа не ждет. Понятно. Я у твоего брата был. С ним все хорошо. А, да. Очень рада. А я замещу его завтра. Ну, хорошо. Приятного аппетита. И вам. Официант? Ассаламу алейкум, Гага. Да, Адлер, добрый день. Ну что, есть новости? Так точно. Я закончил с анализом вещества под ногтями у жертвы, и у меня есть что сказать. Отлично, я вас слушаю. Так, под ногтями у девушки есть частицы навоза и также специальные фермерские корма с минеральными добавками. Ага, получается, девушку держали на ферме. Получается так. Отличная зацепка, Гага. Рахмет. Ну, правда, тут ферм-то много. Да, но в относительной близости места, где нашли девушку, их получается у нас три. Это ТО Еңбек, ну ты. Ух ты. И что там, Адлет? Одна из ферм называется «Ранние посевы». А вы помните фразу, которую девушка сказала водителю? Рано с постели? Как-то так. Вот. А что, если она сказала «ранние посевы», а водителю послышалось? Так это прямое указание на место. Вот-вот. Значит, сперва туда. Ты один? Ну, пока да. Ну, там типа турист заблудился. Просто с бумажками не хочется возиться. Ну, давай. Тезірек қимылдаңдар. Біз там кішкене күте тұрсақ қайтеді? У нас иной точки нет. Грузди сказа. Раз они на связь не уходят, значит хреново дело. Походу они нас ментам сдают. Не, брат, мои люди не стукачи. Все не стукачи, пока их не прижмут. Грузди сказа. Грузите быстрее.
Каримов, слушай внимательно. Я тебе отправил геолокацию. Бери с собой человек 5 оперов и срочно дуйте сюда. Похоже, я нашел место, где держали девушку. Только они собираются менять точку. Срочно выезжайте. Слышь, ты кто такой? Это самое, брат, я заблудился, короче. Свернул не туда и ориентир потерял. Что ты мне чешешь? Я серьезно говорю. Короче, я шел вот там. Быстрее! Быстрее, мужики, быстрее, быстрее! Уважаемый, потерял что-то? Заблудился просто. И хорош заливать, у тебя на лбу написано, что ты мент. Да не, брат, какой мент? Я серьезно свернул не туда. Это точно. Времени нет. Кончай его. Потом тело закопать. Пошли. Выезжаем! Все, стоять! Менты! Выходи с поднятыми руками! Бежать тебе все равно некуда! Отпусти! Бросай ствол! Стой, бросай! Отошел. Не дергайся! Get out!
Спасибо вам большое. Я уже думала, эти сволочи. Ну ладно, ладно, все, успокойтесь. Все уже позади. Вы лучше расскажите, что здесь происходило. Олар бізге жақсы жұмыс болады деп уәде еткен, шын мәнінде алдап әйелдерді қыздарды фермаға алып келді. Они забрали наши паспорта и телефоны и заставляли работать сутками почти без оплаты. Спали мы все в одном ангаре. Ясно. Бізде көпсі оңтүстен келгендер, сосын басқа елден де келгендер бар. Танысымыз жоқ. Ешкімнен көмек сұрай алмаймыз. Нақты немен айналысып едіңіздер? Анау тұрған шашы ұзын жігіт бастықтары болады. Бізге не істе дейді, соны істейміз. Тігін тігеміз. Бұл жерде жүргендеріңізге көп болды ма? Бір жылға жақындап қалды. Бұрыннан да істеп жатқандар бар. Нағыз танисыздар ма? Девико. Номер да? К сожалению, да. Я өз сондай өжет қыз еді. Біздің құқығымызды қорғаймын деп, әбден таяқ жеді. Оны байлап та ұрды. Біз оны ойлағамыз, полицияға барып, көмекке шақырады деп үміттенгеміз. Бірақ онысы іске аспады. Не олай дейсіз? Іске асты емес пе? Жарайды, жүріңіздер. Стало быть, трудовое рабство. Да, сейчас девушки пишут показания, потом тех умельцев допросим. Там ни на одну статью набирается. Отлично. Молодцы. Ну а по маньяку мы там же, где и были. Танечка, привет. Ой, ты не один? Армин, здравствуйте. Стесняйся. Привет. Ходи. Привет, Тарапи. В смысле, дорогой? Ничего себе. Ой, не уходит, Джохан. Если ты стесняешься, то я сама расскажу. Санечка, это мой парень. Мы встречаемся. Да, все так и есть. Но это не какие-то шуру-муру, а реальные чувства. Без никаких плохих мыслей. Джохан, ну ты выдыхай. Я позабочусь о вашей стрюке. Ну я думаю, что вы там в беседке прятались? А, в беседке? Так мы ключи искали, да? Угу. И что? Нашли? Нашли же. Да, конечно, нашли. Нашли. Джохан, ты это... Зря эти прятки устраиваешь. Не против я. Но учти. Буду присматривать. Я не подведу вас. Честно. Ну ладно, я пойду. Работы много. А ты... Поправляйся. Рахмет. Как дела? Не, я все. Понравилось? Да, вполне. Классно, я рада. Я в душ. Может, присоединишься? Hmm.
Да, Каримов. Шеф, касательно вашего задания, собрать информацию по Дархану. Слушаю. Кое-что есть. До детского дома его воспитывала одна мать. Так, а имя есть? А, нету. Ее имя, как и имя его отца, пропало из всех архивов. Так, куда он позовет? Джаред Рахмичев.